С Ван Андреевичем у нас просто общение. Если бы он ко мне подкатывал, сердце Глебасика бы не выдержало. А что он, помнишь, на доме мне там что-то задвигал? Типа там, вы с Барзиком флиртуете, чё? Вы как на поле чудес попали, можно без предупреждения? Ну а чё, всем Вите хочется услышать свой город родной. К Ебару как относишься? Да нормально я к нему отношусь на самом деле. Он чувак проектный, ну, в плане он хорошо так работает, исполняет, а так, по жизни, у меня нет к нему претензий, сколько я была на 1,5 года на Доме 2, он всегда меня поддерживал, и на камерах, и без камер, то есть мы всегда с ним нормально общались, и эмоции у меня от него хорошие. Да вы же с Ваней похожи, как брат и сестра, так я же знаю, девочки. Буз или Бородина? Бородина. Нет. Кадони. Как часто позволяешь фастфуд себе? Ну, не знаю. Может быть... Да в зависимости, вот как захочу, знаете. Ну, не каждый день. Ебаров дно. Ребят, ну вы смотрите телек, и, конечно, говорите дно. Вы и про Рапунцель пишете, что она ебанушка там. И все такое. А она тоже нормальная девка. Ну да, с вот таким вот прошлым, но она нормальная. Почему ты пропускаешь мой коммент? Не видела. Песни Бузова можешь послушать? Конечно, песни могу ее послушать. Оля, удобно с такими губами говорить, а вы как думаете? Вы видите, что мне как-то трудно говорить? Или у меня они не шевелятся совсем? Привет из Нижневартовска. Привет из Дагестана. О, привет Дагестану, привет. У меня отчим Селим с Дагестана. Я даже песни слушаю иногда дагестанские. Да, вот такая вот я разносторонняя. Владислав Тинкин, красивая, спасибо. Спортом занимаешься? Ленивая жопа. Мне жалко рапу, честно говоря, и детей жалко. Ну вот именно, что их так гнобят, реально дрочат там все, кому не лень. Бываешь в Подольске? Че, так я на лазер в Подольск аж езжу. Просто там самый крутой лазер, и я не могу променять этот лазер и найти себе что-то в Зелике или поближе, потому что в Подольск приходится ездить. А это, прости господи, другая область вообще московская. Другой город. Так, ребят, секундочку, я тут отвечу. Тебе жалко Кузиных, семью, развод. Ну как сказать? Я не слежу, если честно, за их страничками, за их жизнью. Ну, слышала, что вроде как разводятся. Ну, так бывает. Люблю тебя, очень приятно, Алтая, Барнаул. Спасибо большое. Липецк, привет. Ой, в Липецке мы были, привет. В Хабаровске было, конечно, у меня родственники по маме все в Хабаровске живут. Бабушки, дедушки, дяди, тети. В Хабаровске я все детство туда ездила. Ну, правда, последний раз я была там в 14 лет. Сколько уже машину водишь? Ну, если стаж по правам, сколько? 4 года получается. В Дагестане были? Нет, не была. Какую жвачку жуешь? Ментос. Pure White. С клубничкой. А где?
где в Подольске хороший лазер. Лазер Лов называется он. Я не знаю адрес. Знаешь, где пограничный? Ну, так не скажу вам. А ты что такая опухшая? Опухшая вы имели в виду? Ну, может быть, и опухшая. Такое тоже бывает. Иркутск. Привет, Иркутск. А так в эфире Поле чудес. Передаю всем приветы. Что с носом? А что с лбом, блядь? А что с бровями? А что с губами? Что вот с носом? Ну, нос как нос. Тебя тошнило при беременности? Да, первые 3-4 месяца вообще жесткий токсикоз был. Я думала, я умру. И тошнило, и блевало, и голова болела, и не есть, не пить, не жить, вообще ничего не хотелось. А где тебя можно встретить, чтобы автограф взять? Не знаю. Я постоянно где-то езжу. Огромного счастья буду счастлива для этого. Спасибо. Спасибо большое. Что купили себе на НГ? Ничего, ничего. Вчера купила в H&M этот топик. Ну, типа как лифчик, он как топик идет. Вот с видео я сегодня с ним сняла. Блин, он такой классный. Я вот прям ходила все на него, смотрела, смотрела и купила. Такой он вообще бомбовый. Уф. Все контуры. На почте меня можно встретить по-любому, да. Красоточка, Олен, спасибо. Крестик серебро. Купила платье на НГ. Нет, я не буду, наверное, в платье встречать. Ходила, конечно, по магазинам, смотрела, ничего совершенно не нашла, что мне бы понравилось. Поэтому будем в чем есть. Где на почте? Зелики в Зеленограде на почте. Какую сыворотку посоветуешь для лица хорошего? По вопросам косметики, ребят, лучше пиши директ на мою вторую страничку Блиса. Я вам ответу, я вам даже скину и почитайте. Улыбаешься при новом сообщении, наверное, милый пишет. Да нет, сообщение смешное было. Какой милый? У меня нет милого. А от воды серебро не темнеет? У меня не темнеет. Больно заботиться о тебе, счастье тебе. Ну да, дети ж правда говорят, все чувствуют. Он пытается мне, если видит, что я немножко в загрузке в каком-то, вот, пытается меня отвлечь как-то. Ну, наверняка ему не кайф видеть такую мать. Олечка, привет. Яркое, нежное солнышко. Боже мой, спасибо большое. Привет. Алло. Каким шампунем пользуешься? Корейским. Тоже показываю в своей стране. Близазия. 500 рублей мне вообще нравится. И маска. Это бомба. Что Пинчук беременна. Да мне все равно, ребят. Я не подписана на них, ни на кого не слежу за их жизнями. Я из Дома 2 подписана на Деряну, на Барзикова. На кого еще? На Костю Иванова. И вроде на Кадоне, на Бородину. Все вроде.
как раз думала про лекат. Какой лекат? Шампунь леката пробовала? Не, не пробовала, ребят. А, это шампунь, не пробовала. Ты такая простая семейная, мужика бы тебе нормально, будешь хорошей женой, видно. Что правда, то правда. Я буду... А, Гозиас, да, на Гозиас я подписана. У меня тоже высокий лоб. Что делать? Ничего, радоваться, наслаждаться своему прекрасному открытому лицу. Барзиков для себя есть, будет ветреным авантюристом. Это не мужик материал. Возможно, еще не пришло его время. Пришел ту самую, на самом деле. Девочки тоже себя подают не очень хорошо. Сразу рогатник свой раздвигают. На шею вешаются и мне рогатку раздвигают. Какой привет, такой ответ. В продаже эльгинатная маска. Есть эльгинатная маска. Вот такая упаковка. 600 рублей стоит. Африка. Она. Просто так расстроился на время. Неужели опять был? Не опять основа, я бы сказала. Привет, привет. Кто бесит? Да я не смотрю Дом 2, ребят. Я если что-то вижу, вижу в Инстаграме. Ну все. Не могу даже сказать, кто там меня бесит. Любимая парфюмерия. Ой, у меня много. Тоже это в стоит. Показываю вам, девочки. Ребят, тема Бу закрыта. Он не Бу, он Евгений. Бу его больше называть не будет. Олечка Должанский. Да, и Колян тоже нормальный. Умный, на самом деле, мужик. Ну да, прибухи. Ну, умный. С ним о чем поговорить. Кем будет Миш на Новый год? Ну, если честно, нам в саду сказали. Девочки, елочки, мальчики, быки. Я говорю, а можно не животных? Ну, не знаю. Не хочу эти костюмы. Ов, блин, зайчиков, волков, медведей. Я просто ему купила рубашку, новогоднюю рубашку, он у меня были в брюках или в таких вот шортах, классических, в новогодней рубашке. Все, без всяких зов. Ну, наверняка все будут у нас в группе, будут жинки, быки. А мы будем просто в рубашке. Костюм комара. Да ничего, нормально вроде. Уже ж прошел этот праздник. А девочки тёлочки? Нет, девочки ёлочки, снежинки. Как у всех, в принципе, да, девочки и снежинки. Но мальчики-быки, ну это вообще прикол. Мальчики-быки. Какой у тебя телефон? Galaxy Note 10. Ну год бы
Каждый, ребят, по костюм должен. Как? Электронка тяжелая? Да нет, вообще огонь. А вы, собственно, кто такая? Я даже не знаю, как вам объяснить, ребят, кто я такая. Я Ольга. Вам что-нибудь говорит? Может, Миша сам хочет быть в костюме быка? Нет. Миша сам выбирал себе рубашку. Мы с ним вместе ездили в магазин. И он выбрал. А Костя подписался. Это... Ой, вот. Ужас. Вы общаетесь? Ну да, периодически переписываемся. Даже если он от меня отписался. На сайтах знакомств была ради интереса. Была. Ничего прикольного, честно, не вижу. Посмотрим, вот кто там сидит на этих сайтах, и думаешь, господи, ну его нахер. Название трека. Свинг. Ребят, все треки в телеграм-канале у меня есть. Тут свинг. Она просто. И кто там ремикс. Махмуд Архан Трентен Брэнбен. Бровки другие. Не накрашенные просто бровки. Ты машину с салона брала? Это машина, да, с салона. Глеб также в наркологии. Глеб уже вышел оттуда. Эту смотрели. Махмуд. Ну так реально было написано, что Махмуд ремень какой-то. Гвоздя с Лисковец общаешься? Нет. Какая марка машины? Начала! Начала! Сама посылки не ждешь? Нет. Вы, наверное, от бывшего дома 2. Как вы дались? Сильный свадьба сегодня. Что? Не слышала об этом. Как относится к тому, что Глеб хочет взять Мишку к себе время, блин, положительно? Пожалуйста, на месяц забирайся. Я высплюсь. Я не буду ни о чем думать. Я не буду ничего делать. Ой, песня же, ребят. Кто воспитывает ребенка одна, должна меня понять. Поэтому, как только у Глеба была возможность, пожалуйста, забирай. И Мише полезно будет, он не откажется. Оль, не есть хорошими новостями, планами, а я не делюсь. Я ничего и никто не говорю, на самом деле. Кристина только что выставила, что сегодня день свадьбы. Ого! Ну, блин, так как я с вами в эфире сижу, я не в курсе. Мне кажется, Бузова тебя бесит. Да вы что, приказ? Мне все равно на нее. Чем она меня может бесить? И мне вообще все равно. Ты разве не будешь волноваться, как он там с Глебом? А что мне волноваться? Глеб как отец, когда он в адекватном состоянии, он нормальный отец. Он прекрасно справляется со своими обязанностями. Покормить, погулять, поиграть, уложить спать, заботиться и так далее. Чем мне? Он не болеет, он не наркот. Мне не за что переживать.
скажи, что не голосом деревья. Ого. Я не знаю, что сказать голосом деревья. А свекровь не хочет взять Мишу погостить? Ребят, я не знаю, я не чаюсь с ней. Хоть и хочет, это же тоже. Я хочу мужу купить спецодежду, он не хочет. А спецодежда это для игр? Или как? Или будет колоться при Мишке? Вы что, прикалываетесь? Он не кололся никогда. В смысле, он будет колоться при Мишке? Он же не, вообще, он же не совсем конченый. Много кредитов в месяц платишь? Ну, у меня... Немного, но есть. Раски. Ну, один на ремонт, да. Бля, ну и просто. Да сейчас пойду я уже за Мишей, да. Че, время 5:15. Можно уже, в принципе, через 5 минут. Когда в Каневскую приедешь, боюсь огорчить вас, ребят, ну, наверное, никогда. Кому я туда приеду? Не, ну, хотя у меня там, между прочим, Мишина жена живет. Ну, не живет, там родственники. Мои армянские родственники. Таран мой. Может быть, если к ним приеду или с ними приеду. Но своим ходом мне туда некому ездить, к сожалению. Знаешь город Брянск? Конечно, знаю. У меня дедушка в Брянске. Садик до 7 работаю. Надо вам жить вместе с Глебом, боже мой. Неужели еще существуют эти люди, которые пишут такие сообщения? Вы что, прикалываете? Вы серьезно это мне говорите? Что значит надо? Кто сказал, что нам надо жить вместе? Кто? Кто это определил? Что нам надо? Вот именно что? Мне не надо. Нам с Глебом просто общаться нормально и все. Вот и сиди до 7. Да нет, тут такой садик уже, в принципе, в 6 стирают. Кто такой Миша? Вопрос года. Че, реально такой вопрос был? Пустила. Кто такой? Ебе. Миша сказал. Какой Миша? Вы про что вообще? Прям сейчас улетать с Владка, сможешь, ну, на морюшко, где очень-очень жарко, тепло и солнце, и море, и он инклюзив. Ты сказала, Миша жена. Думала, сова. Мишиной жене, простите, 4 года, а Мише 6. Как бы так, на минуточку. Вовремя остановиться. Я теряю тебя. Мишина жена. Ну, Миша, сын же мой. Ну, как вы можете не понять-то этого? Мишина жена Каневской. Да, Мишина жена родом с Каневской. Оттуда она. Сейчас мы живем в Москве. Тебе Барсиков, ты, конечно, мы с Барсиком и по видео, и по WhatsApp, и как только не пообщались. Короче, ребят.
можно было пообщаться. Но я, пожалуй, отхожу за малым. В магаз еще хочу заехать, наверное. И домой. Вот, ребят, спасибо за проведенное время вместе. Было приятно пообщаться. Люблю, целую, обнимаю. Обнял, поднял, заплакал.